Водитель на грузовике сразу решил, что нет никакого смысла отпираться. Перед перекрестком он хорошо видел знак «Уступи дорогу». Он решил, что резвости у его многотонной китайской машины хватит, чтобы закончить маневр. Вроде посмотрел, выезжаю и вот в последний момент. А вы выезжали боевого-то видели? Ну, в последний момент зависит. Просто внимательно. Может, за рулем давно находился? Да. Нет, просто домой торопился. С утра до позднего вечера мужчина возил гравий на бетонный завод. Этот рейс был последним. Шофер хотел поскорее доехать до стоянки, оставить грузовик и добраться до дома, чтобы наконец выспаться. Но в итоге всю ночь был вынужден провести в ГАИ, оформляя все протоколы. Колесо грузовику слабее. Китайский многотонник, как и следовало ожидать, получил лишь несколько царапин и едва заметные вмятины. Зато баварскому паркетнику теперь предстоит капитальный дорогостоящий ремонт. Равиль Сайганов, Альберт Аминов, Эфир 24.